Сегодня в Черкесске открылся первый на Северном Кавказе фирменный магазин «Домате». Теперь для покупателей намного ближе и доступнее стал широкий ассортимент свежих и качественных товаров этого производителя. На открытии побывала и наша съемочная группа. Репортаж Артур Амхце. Подарок для гурманов и ценителей мясной продукции из Карачаева-Черкесии. В региональной столице открылся первый на Северном Кавказе фирменный магазин группы компании «Домате». На его прилавках представлена широкая линейка товаров. В ассортименте охлажденное мясо, замаринованное мясо для шашлыка, гриля, запекания, тушения, а также рубленые полуфабрикаты и многое другое. В магазине будет представлено более 100 наименований продуктов из мяса, полуфабрикатов, готовых деликатесов из баранины, индейки и утки. Это вся продукция группы компаний «Домате», представлена брендами «Базарка», «Индилайт», «Озерка». Главное преимущество нашего фирменного магазина – это наличие свежего и качественного продукта на постоянной основе. В магазине будет представлен широкий ассортимент продукции, мясных изделий и полуфабрикатов. Определяющим преимуществом данного магазина можно считать наличие свежего и качественного продукта на постоянной основе. Здесь же можно приобрести консервы из баранины и индейки, производство которых в «Домате» запустили летом нынешнего года. Большинство позиций продукции соответствуют стандартам халяли. Цены адекватные, достаточно приемлемые и гораздо ниже рыночных. А опытный продавец сможет уделить пристальное внимание каждому покупателю, которому будем очень рады. Свежее мясо, которое есть на любой выбор, можно сказать. Цены достаточно приемлемые. Все чисто, аккуратно. Мне понравилось. Для Карачаева-Черкесии запуск фирменного магазина можно считать знаковым событием. Это важный шаг к обеспечению населения качественными и самыми свежими продуктами по приятным ценам. Сегодня прошло очень важное и значимое событие. Это открытие собственного магазина фирмы «Домате». Мы, конечно, от души поздравляем с открытием магазина и желаем им успехов на старте и уверенной деятельности, постоянных клиентов, стабильного товарооборота. В магазине налажена и работа с участниками рынка хорика, кафе, точками быстрого питания, представителями ресторанного бизнеса со всего Северного Кавказа. При положительной динамике развития первого магазина компания рассмотрит возможность расширения своей сети, открытие аналогичных точек в других городах Северного Кавказа. Артур Мухце, Расул Бердиев, «Вести», Карачаево-Черкесия.